Так, ну мы начать надо с этих, с дебильных. Привет, Андрей, мы с тобой еще не виделись. Ушел на северную часть горы, похер, короче, после распадка с того я ушел, потому что там невозможно идти. Там крутейший обвал, высоченная трава, все, едешь, сплошняком едешь, ноги поломать вообще ничего не стоит. Вон там по склону идет медведь. Их не зря я сидел, высматривал. Эй, блядь, Миша! Мишаня, ёба! Ты чё? Куда идёшь-то, ёба мать? Давай заканчивай, блядь! Ты чё, ёб? А? Давай назад, блядь! Давай, пошёл! Миша, сука, блядь! Ты чё тут натворил? Я сейчас сам чуть не обосрался. Свежайшее дерьмо, он, блядь, буквально только что ломился, свежайшее дерьмище. Оно сырое еще, эти мухи из дерьма на меня прям летят. Вон, как-то аж дристал. Миша, блядь, давай завязывай, блядь, это медвежья тропа оказалась. Короче, я иду, я чуть не обосрался, мне еще почему-то жутко стало. Фу. Наверное, он меня видел просто-напросто. Мишаня, давай без этого. Жимолость вот прохожу, вот не пошла она нахер, жимолость, я, короче, дальше тут спешу. Потому что, блядь, он насрал-то, он здоровый, значит, был, ёпа мать. Как бы это не было безопасно, не считалось. Фу. Я, как бы, предпочитаю от этого, от всего держаться подальше. По большинству причин. Мишо, идем. Ладно, Андрюх, стандартные вопросы. Сколько лет каналу? Как вообще идея пришла на видео все переносить? 6 лет каналу и случайно выложил в интернет свой поход, потому что корефан, который это посмотрел, сказал, блин, это оригинально, круто и надо выкладывать. Ну, я выложил. И оказалось, что ну да, это как бы оригинально и прикольно, и даже кто-то смотрит. Давно вообще занимаешься именно просто пешим туризмом? Ну, да недавно, ну что здесь давно. Я все время им занимался, можно сказать, так, бродил где-то что-то, куда-то ходил, короче. То есть, ну я, блин, у меня всю жизнь так было. По видео ты где-то кратко отбрасываешь, то, что спортом занимался, каким? Ну, велики, в основном велики там. Ну, такой, знаешь, просто, чтобы в форме, короче, быть, действительно там. Ну, короче, типа физкультура, УФП, что ли, наверное, так можно назвать. Со стороны финансовой, как тебе тяжело дается вообще вот эти все маршруты? Это же ведь адских денег стоит. Слушай, маршруты все делаются по деньгам. То есть я никуда далеко особо-то и не езжу, потому что это действительно уже совсем другие деньги. А, ну там, блин, слушай, ну заброска там, ну тысяч как бы там, например, 5-7 какой-нибудь элементарный поход обходится. То есть уехать, пожрать и вернуться. Ну плюс там еще что-то там себе позволить, может быть, там, блин. Ну не знаю, там в кафешке какой-нибудь поесть, короче. То есть, ну вот. То есть я далеко не езжу, в том-то и проблема, что далеко типа не поедешь. Вот сюда, например, ну, перелет там дорогой, там, в поход куда-то в другое место, там, например, в Саяны. Ну там, короче, там все как снежный ком, это очень сложно объяснить, прям сразу все и не посчитаешь. Но это не дешево. То есть одно дело сходить в городе, в парк, например, в заповедник, у нас там столбы в Красноярске, прикольное место. Там почти даром, там 44 рубля на автобус идет. И на бутылку воды тоже 44. А вот если уже по-серьезному, ну вот это снежный ком. Там мы с тобой говорили в нестандартной обстановке. Не знаю, можно это вставить или нет, сам решишь. Про то, что ты собрался делать коммерческие маршруты. Насколько это реально и когда планируешь? Да, знаешь, это как бы идеи. То есть просто люди пишут, что вот мы хотим с тобой пойти в поход, там за любые деньги даже кто-то добавляет. Вот такой вот бред. Ну, если хотят, ну почему нет? За любые деньги. Хорошо, еще такой вопрос. Я, естественно, по тебе буду предварительно рассказывать. Почему ты ходишь один постоянно? Почему ты ненавидишь коллектива? Потому что это совсем другая атмосфера. И когда один, ну блин, как бы ты сам за все отвечаешь и сам все вывозишь, так дает как бы сил. Ну, ты как бы, блин, себя суперменом чувствуешь потом. То есть, вот, это другая атмосфера абсолютно. Самые банальные вопросы такие, как не страшно, там, не страшно. Ну, слушай, ну, что значит не страшно? Когда 8 часов идешь, уже потом не страшно становится, потом уже думаешь, ну, ноги бы дотащить, как бы, и бросить куда-то свои кости. Откуда у тебя такая любовь к избам? Потому что избы – это вообще тема. Потому что там комфортно, и 4 стены, крыша над головой, это все крепкое, уютно как-то. Ну, блин, это лучше, чем палатки, я ненавижу палатки. Избы – это комфорт, реально, это кров, это самый настоящий кров. То есть ты не помрешь в лесу, в избе с дровами и печкой. Потому что как бы, даже как бы зима там не была лютая. Это настоящий кров. В
погоне за трендами все, чтобы выстрелить куда-то там, все, я смотрю, делают уже кто что, блогеры-путешественники начинают готовить там что-то. Почему ты не вводишь? У тебя контент как был уникальным, таким и останется. То есть чисто, походно, сурово. Скорее всего, я не люблю готовить. Ну как же гречка, уникальный рецепт. Гречку я ненавижу. Я, понимаешь, я реально ем, чтобы жить. Ну, а не наоборот. То есть я как бы не ищу там каких-то там продуктов. Там. Ну, я, кстати, на самом деле, да. Может быть, готовить мне начать. Там, я харю зовут, иногда варю. Ну, это прикольно. Уху там делаю. Это как бы, да, тема. То есть ты чисто, вот я, кстати, смотрел, ты вот из харю за уху ты делаешь, ты чисто бульон пьешь, он реально вкусный. Вот без всего. Ну, видишь, как я тебе расскажу, да. Все, кто пробовали его в первый раз, все остались в восторге. Если сложить суммарно все твои маршруты в километрах, до какой страны уже можно протянуть? Да я даже не знаю. Я пытался, у меня была такая идея, прикольно же, да, знать. Ну хрен его знает. Как. Я даже не представляю, серьезно, сколько там вообще километраж какой, черт его знает. То есть ты пока еще статистику какую-нибудь не подсчитывал? Да там немного, я что-то много хожу, что ли, там 60 километров там раз, там 60 там еще раз, там 70. Ну как бы, да хрен его знает, да мало. А ты сколько в день самого много проходил? Километра 44 или 43. Ну там такая вот дорога, примерно как здесь, короче, даже была. Под линией электропередач. Там я шел 2 дня, и на второй день там я еще реку переплывал, короче, большую, кемеровскую реку, прикольно. Ну там много, да, получилось. Ну там идешь и идешь, что там, какие-то, блин, по дороге, ни кустов, ничего. Ну, ничего вот, не мешает. Ну да, то есть просто единственное, что когда на 5-й час ты уже тебе надоело, реально, ты уже думаешь, все, надоело, это вообще уныло. Но все равно вот идешь, и вот это вот тяжело. Вот в этом как бы тяжесть именно моральная. Что ты прешься там куда-то и с каждым шагом все дальше. Вот это некомфортно. А так как бы идти можно бесконечно. Просто подкидывать еду вовремя и нормально. А ты говорил, что у тебя в выпуске выходит там 90% скрыто за кадром. Это вот 90% входа, вламывания? Ну, конечно. То есть там я даже пытался посчитать, там буквально от 1 до 5% всего времени попадает на камеру. Ну, то есть я, например, представляешь, я иду там 3 дня, а в итоге выходит 60 минут видео. Ну, вот как бы. То есть люди видят самую вот эту квинтэссенцию вообще вот этого всего компота походного. Ну и поэтому, наверное, нравится, потому что сам понимаешь, вот что, вот мы здесь целыми днями ничего не делаем, и а на видео-то будет, да, коротко, интересно, типа. Ну так же в походе. Я это вырезать не буду. Ладно, спасибо, Андрюх. Андрюх, скажи, ненавижу блогеров. Я ненавижу блогеров, реально. Заводы стоят. Самое вот то, что хотелось бы отметить, все грешат на блогеров, на блогеров-путешественников, но они не понимают, что это не студийная съемка далеко, и что помимо того, что ты проходишь адский маршрут, адский в плане физической, тяжело очень идти по этим, по горам, по лесам, по буреломам, еще и надо какую-то картинку снимать. То есть прежде чем что-то писать, говорить, обсуждать и говорить, что это люди-бездельники, вы попробуйте, сделайте хотя бы какую-то долю. Это не на рыбалку выехать, это не за огород сходить, это реально тяжело. Тяжелые, адские, физические и моральные. Во-во-во, вот такой вот пиздейшн, блядь, ребят. Такой пиздейшн. И вот, блядь, вот тут, наверное, будет херово мне сейчас. В чреве увидел то, что увижу еще на этом моем завтрашнем маршруте не раз. Мне надо будет подняться вообще дофига. Реально, как с самого начала зайти. Сразу же скач пошел, сразу. Короче, я решил с ними не связываться. Я пошел вот туда вниз, пойду вниз по Киеву. Хрена. Короче, чтобы сейчас не сглазить, иду и молчу, не снимаю ничего, ничего не говорю. Потом расскажу, почему. Что-то мне стало тошно. Как бы, блевать, честно, побежать. Бля, что-то дурное, живот крутит. Сука, это бы пиздец. Короче, я принял срочное решение ставить палатку. Блять, хотя может стороной пройдет.
Мишаня! Мишань! Ты пойми, я ж без претензий. Ты просто отходи и все, Мишаня. А то ты сам пойми, кто ебашит, Мишань? Кто хуярит, Мишаня? Шагнул планку 100 тысяч подписчиков. Не дают планку 100 тысяч подписчиков. Крутой походник ушел и пришел нормальный блогер. В общем, серьезно, я вообще даже представления не имею, о чем рассказывать. Ближе. С него вот так же говорил, да? Да. Канал на YouTube. Ну да, 100 тысяч подписчиков, просмотры примерно такие же, как бы, ну, люди смотрят, нравится. Самая фишка видосиков в том, что я один хожу по тайге, по сибирской, и снимаю, ну, как мне кажется, атмосферные видео, которые, посмотрев которые, если ты нормальный человек, то может туда погрузиться, ну, короче, когда человек погружается и, блин, как бы со мной вместе прошел, то есть эффект присутствия очень серьезный. Ну вот и все, поэтому люди смотрят, и даже иногда и здесь на походе я уменьшаю. Ребята, кто знает, кто такой Балагар? Подождите, кто знает? А, ну а зачем я рассказывал? Есть приложение, поскольку мы вчера общались, я только не знаю, ну, на самом деле, как это все, без публичных вступлений для него. Давайте просто в формате вопрос-ответ и... Не, вопрос это самый идеальный вариант. Причем мусолить там это все, вы тем более видели, все знают, там, если там интересно. Давай, я начну тогда, Борис. Вот прям про Мишаню в любом походе, это прям не вопрос. Были реальные случаи, вот когда было стрёмно в формате с медведем? Нет, всегда стрёмно. Не, ну как ты понимал, что сейчас прям капец. Ну не, ну было как бы, ну ты понимаешь, то есть это в голове же только. То есть, например, у кого-то там из вас, кто не впечатлительный, может вообще такого не было. Ну просто такие, ой, ну нифига медведь, и дальше пошли. А я как бы, я, во-первых, я рассказать даже об этом должен. То есть я, можно сказать, уже сам себя накручиваю, наверное, в какой-то степени. Ну как, ну просто вот серьезно, вот сейчас... Ну да, сейчас я тоже достаточно накручен, яростно так рассказываю, лечу, это, наверное, даже прикольнее, если бы я мямлил там что-нибудь. Нет, то есть с медведями так же, то есть я как бы, медведь, там абзац, как бы, там вот дерьмо попинал его, показал, как бы, это все, ну блин, короче, это же типа шоу. Ну, а стрёмно всегда, да. Чего ты хочешь, Саня? Да, это неожиданно. Не, ну просто дело в том, что когда ты один, совсем по-другому все воспринимаешь, и когда все заканчивается, и там, например, прошел там 70 километров за 3 дня по буреломам, там проткнул там себе ноги, я не знаю, видно, не видно. Видно. Чувствуешь себя потом суперменом. И кажется, что обычные бытовые проблемы, блин, вообще ерунда. То есть это чтобы почувствовать себя суперменом? Серьезно, я говорю, совсем другие ощущения, когда ты идешь хотя бы вдвоем или один, совсем другой результат. Ну и вот это прикольно, это как бы работает. И особенно, когда получается нормально снять еще все это. Ну если кто-то смотрит, наверное, знает, что у меня там виды появились какие-то с воздуха, там динамики, может быть, больше стало, еще там чего-то. И как бы, и все вот это подстегивает дальше снимать. То есть там комменты, лайки, там донаты, там деньги, монетизация, там что. Вот это все в куче, особенно признание, ну типа признание, фиг знает, насколько там я признан. Это все мотивирует дальше делать, потому что мне это даже нравится. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с потоком поклонниц? Поклонниц у меня от всех просмотров, по-моему, 7% женской аудитории, и из них возраст средний 35-65 лет. Ну, поток поклонниц, он такой медленный, тихий. Да я справляюсь, просто совсем справляюсь, я же, видишь, парень, один по сапоги, чему с потоком поклонниц не пытается. Какой женщине говорит, Андрей? Я большая поклонница. Подходят только молодые девчонки, и так же, как парни, там все молодые подходят. Взрослые мужики, наверное, либо не смотрят, либо стесняются. Как ты пользуешься своей популярностью женщин? Слушай, их 7% всего, я их не вижу. Я это прочувствовала вчера, мне все очень приятно, мне интересно. Скажи, вот был момент, когда ты вот воспользовался своей популярностью у женщин? Вот я не могу сейчас об этом рассказывать вам подробно. Вот камера висит, микрофон, все это записывают, но, блин, да никак я не пользуюсь. Я, знаешь, как бы, блин, если бы я был каким-то гламурным, таким смазливым мальчиком, и этот поток был бы постоянный, вот этих поклонниц, да, наверное, я бы как-то пользовался. Ну, хоть одна вот ситуация такая была, что вот... Слушай, ну, прикольно!
Не, ну смотри, подходит тебе лицо противоположного пола, да. Симпатичное молодое, это ж прикольно. Ну, да. Я сфоткался, там как бы эмоции какие-то получил там. Опять же, ЧСВ как-то там от этого, наверное, поднимается, там увеличивается. Там, как, ну, блин, это классно. Я как могу тебе пользоваться? Объяснить, да, смотри, я могу тебе объяснить. Например, вот я на себе испытала такую штуку. Когда меня начали узнавать, я поняла, что, как бы, смотри, просто в мире женщин, если к тебе подходит мужчина, и он на тебя смотрит вот так вот и говорит, о, господи, извини, пожалуйста, ты что, даже пафосово? Для меня он уже как бы не... Ну, то есть он не будет мне интересен. А мужчины, они все-таки доминанты, правильно? И когда к тебе подходит девушка и говорит, боже мой, ты такой классный, она все еще тебе интересна. Верно? Я тебе все время скажу, мысли появляются, типа, дальше это все. Вот и хоть раз ты сказал привет. Как дела, пойдем в тайгу, если что-то. Не, ну почему, мы ходим иногда там на столбы, там бывает такое. Ну, только это как-то организовано, и я бы не хотел, чтобы прям вокруг моей персоны там все вот именно с тобой, Андрей, пойдем. То есть я как-то это разбавляю, как-то, блин, хрен его знает, да, ну, бывает, как бы, ну. Ну я не пользуюсь, как бы ничем, чем там воспользоваться-то можно. Ну есть такая способ. Ну слушай, у меня вкус такой, что ну, сложно подобрать. Вы как сейчас не проснулись. Заинтриговал. Вы 35-65. Сложно подобрать. Не, на самом деле, вот когда взрослая женщина, там, 55 лет, пишет комментарии на Ютубе, это уже достижение для нее, я даже за нее рад, что она так сделала. Не, серьезно, то есть там мои родители, ну как бы, даже не родители, но многие же, ну, не основная аудитория Ютуб, кто смотрит телевизор, как бы, они не умеют же там комменты писать, они там элементарно донат не умеют отправлять, а когда это делается, это круто, это как бы познавательный канал у меня выходит, то есть люди образовываются, что там делают, прикольно. Ну, мне так кажется. Да, насчет донатов это жесть. Я хотел задонатить тебе буквально... Я здесь, давай, до свидания. Ты понимаешь, у меня вот здесь есть деньги, а я собака их перечислить не могу. Мне заблокировали функцию. Два кармана, я вижу два кармана. Они набиты. Здесь... Все, бабло. Да. Белорусский ветер. Я тут готовился к выживанию. Все, что в карманах, то он выживет. Вот, за что ненавидишь выживальщика? Это долгая история. Давай, на смотрение. Надо много рассказывать. Нет, В общем, идея такая, что, как я это вижу, люди тащат в мир какую-то перевернутую информацию вот о лесе, об его опасностях или безопасности. Все это раздувается, подкрепляется ненужным порохом, на который куча денег сливается. И элементарно человек, так скажем, считает, что нельзя выйти в лес без кучи барахла. Это же бред, это куча дезинформации, я это ненавижу просто. И ничего не нужно, чтобы идти в лес, ничего покупать. Как бы, надо просто хоть маленько соображать. Почему-то я с самого детства, блин, вообще все это знаю, что там тебя не съест в первом же леске никто. То есть, а народ так не думает, вот, боятся все. Покупают там лопаты, топоры, зачем-то вот этот весь бред, короче, ненужный шпурдяк. Тратят кучу денег. Как бы. Дезинформация, вот что мне не нравится. И это все пропагандируется. Просто есть выживальщики, которые, знаешь, сидят дома перед компом, планируют маршруты отступления, закладки, какие-то схроны, и никому ничего об этом не говорят и не навязывают, нет пропаганды. А есть вот я, о ком я говорил, там купить огниво, его куда-то вставить, пойти, там, ну то есть вот это вот плохо, короче. То есть не должно быть пропаганды. Тебе просто не нравится то, что конечная информация исковеркивается? Все исковеркивается, да, и то есть даже, ну представь, у людей не просто как бы это шутки, что типа там пойдешь в лес, тебе сидят, они так уверены в этом, они убеждены, что ты как бы, ну блин, нельзя так, не должно быть такого. То есть учение какое-то должно быть. Я считаю, что у меня есть учение в роликах. И как бы я вот стою до сих пор, я уже 6 лет ерундой занимаюсь, и я как бы пока живой. Ну, и у меня нет ни лопаты, я ни разу с собой не брал, и огнива у меня нет. И вот видите, как бы как. Да, да. А ты помнишь тот момент, когда вот ты решил, я иду в поход, вот, и очень да. Серьезный, и что тебя сподвигло вообще на этот поход? Ну там история такая, что, может вы знаете, есть Google Earth, Google планета Земля, такой земной шар, да, и там фотки были привязаны раньше. Вот, грубо говоря, я был в точке А и бывал в точке Б, а потом увидел на этой карте, что они рядом находятся, и для меня это было открытие. Ну там как рядом, 60 километров между ними, по тайге, короче, Кузнецкого Алатау, по заповеднику. Я подумал, блин, вот это прикольно, наверное. Давай разбираться, и понял, что можно пройти, что можно попробовать. Еще фишка в том, что там не было фотографий привязанных. И я подумал, что я реально буду первооткрывателем для людей этих мест. Вот это основная была идея. И я собрался там через 2 года, ну как научилось, короче. Я пошел, надел фото, как там привязал, и как бы реально открыл вот эти места прям людям. Если там можно кликнуть на фотку и увидеть, какая там тайга, вот это прикольно. Ну мне показалось это
идея классная. Ну вот так был первый поход. А потом мне начали писать, ну давай еще, классические комменты. Там, давай еще, продолжай в том же духе, ну, наверное, блогеры знают. Давай, братан, уважуха тебе. Да, так красава, короче, вот такое. И вот это все подстегивало дальше, дальше, и как-то переросло в 100 тысяч людей. Наверное, даже больше аудитории, я знаю. Вот. Окей, ну, почему да. Только дикие маршруты? Вот ты вламываешь всегда. Вообще, потому что уныние неинтересно, не дикие маршруты. Я серьезно говорю, просто атмосфера такая создается, что ты один. Ты сам с собой, ты сам себе хозяин, это страшно, опасно и прикольно. Становишься суперменом. А если ходить с статом или... Не-не, не обязательно то, что ты один. Почему по дикой местности? Почему не по каким-то же... Потому что дикая местность только она вставляет. Да. Ты понимаешь, что ты выживальщик? Нет, никакой выживальщик. Просто это прикольная атмосфера создается. Я холерик, я очень тонко все это чувствую, понимаешь? Нет, все равно, Андрей, вот ты, например, идешь по тайге, а потом у тебя такая радость, когда ты на звериную тропу выходишь. Не, каждый ну раз. Это без сомнения, конечно. Тропы, это же офигенно. Ну да, но не в таком виде, как маркированные тропы. Не, я бы промаркировал, наверное, но серьезно, мне кажется, что это очень уныло. Одно дело идти по ней, а другое дело еще ее маркировать, как все так долго. Это вот, блин, это альтруистам надо быть, наверное. А, ну, я не знаю. Это просто нужно тебе дать бабла. Ну, видишь, как бы бабло-то в принципе есть, я сильно не бедствую. И, наверное, большое бабло должно быть просто. Чтобы прям серьезно, вот, вот это нормально. Еще бутылки минералки, что я дал, недостаточно. Я не могу отрабатывать, понимаешь? Можно вопрос задать? Спасибо. Пожалуйста, я знаю, вот я послышала, да, о том, что вы в тайгу общаетесь, вы отвечаете, что верно. А один из заповедников написал, что существует три психологических типа медведя. Зависит от которых, как ваше общение, ваше внимание. Вот психологические типы животных или медведя, как что по этому поводу? Ну что я могу сказать? Михаил Кречмар, по-моему, у него есть классная лекция на YouTube, длинная, там часа полтора, и он рассказывает там про самых таких, ну, короче, где медведей много, по-моему, на Камчатке. Вот он их типажи все рассматривает. Вот ее лучше посмотреть, там как бы прикольно. Да, конечно, согласен. То есть всякие разные есть, они и наглые, и любопытные, и вот медведицы, и маленькие медвежата, как бы все они со своим характером. И достаточно, ну, как бы это вообще опасный зверь, как бы, и лучше, блин, просто зная это, можно орать, ходить постоянно, греметь по кружке, стучать, они все будут слышать и разбегаться. И какой бы он там ни был, например, любопытный, он все равно как бы же опасается. Ну, то есть, ну, ты больше на него покричи, там, громче поори, там, ну, что-нибудь, там, побеги на него, в конце концов. И он убежит, то есть, ну, вообще они все, да, разные. Короче, я к чему, ну, вот люди такие же точно, одному сказал, типа, пошел нафиг. Ему этого достаточно, а кто-то начинает дальше с тобой спорить. Вот все, ну просто напористый надо быть. А вообще с этой стейкотом, да, потому что это психологически, деревья, вот. С чем? Что психологически? Ну не только медведи, а вообще принцип. Ну хоть стать, вы как коллеги, просто сейчас. Да. Психологический тип животных. Вот с этим вообще утверждение согласны? Нет, это такая розовая. Ну как, да какие могут быть психологические типы у них? Все они одинаковые, все убегают сразу же. Едьте. А? Едьте. А еще что-то? Ты говорил про что в лес? Что лопату надо брать с собой в поход. А саперную лопатку обязательно все несу. А, потому что медведь тебя сразу съест. То есть, ну, так, такой бред. Ну, может быть, еще что-то там. Блин. Да так сразу ты не вспомнишь. Ну, много такой ерунды, которая просто стыдно становится, что люди почему-то так считают, откуда-то это вообще взяли, и кто-то им об этом рассказал. То есть я бы, короче, говорю, хотел нести просто такое нормальное учение о лесе. Я вот другие каналы я почти не смотрю, но, наверное, там вот Андрей Прото, наверняка он тоже как-то, ну, нормально все это преподносит, и можно смотреть и понимать вообще, что происходит в лесу, короче. Слушай, нормальная тема. Если ты считаешь свой канал обучающим, правильно? Да ну как обучающим? Мы же разговаривали вчера. Да он и обучающий, и развлекательный. Да мы же разговаривали, что-то еще надо. Нет. Я ничего не понимаю, я включаю канал, как понять, человек бред говорит или нет. Я поняла, есть. Ну никак не поймешь. Пожалуйста, посмотри, не понять. Ну ни в коем случае. Слушай, надо просто постоянно включать никого, кроме АБВГАТа. Не, на самом деле, кому-то может контент вообще не зайти. Ну, как-то мне пишут там, дебил и идиот. А кто-то, кто, я говорю, может это действительно все прожить,
почувствовать, появляется эффект присутствия, самая главная фишка. То есть фишка не в том, что квадрокоптер там тебя облетел, а фишка в том, что ты потом так вот пот со лба вытираешь и говоришь, ну да, я тоже превозмог как бы. Вот, но это не все люди такие. То есть я говорю, кому-то не зайдет, и это нормально. И как видно, многим как бы заходит. Вот. То есть холериками надо быть, в общем. Они меня пилят постоянно, чтобы я им звонил 3 раза в день, чтобы я говорил, куда я иду, чтобы я не ходил и так далее. Ну да, ну просто бывает, как бы, когда ну, постоянно просто пилят, как бы там, скинь мне маршрут, а кто там тебя встретит, а зачем тебе вообще это надо, как бы, и т.д. и т.п. То есть родственники пилят, да. Оружие берешь с собой? Нет. Нож, оружие. Не, но дело в том, что оно навряд ли как бы поможет, потому что если тебя захочет там кто-то убить, и он не будет тебе об этом рассказывать, и это обычно все резко происходит, внезапно. Ну, блин, может и повезет. Просто у нас не, года, наверное, 4 назад, там вот в районе Красноярска, кстати. А кто вопрос задал? Я просто я не пойму, на кого смотреть. У нас там были на берегах Красноярского водохранилища 2 мужика-охотника шли к себе, это осенью, по-моему, было, или когда, на заимку с ружьями, все. Их догнал медведь и убил обоих. Это было достаточно давно. То есть, как бы, ну, блин, они охотники были с ружьями, а медведь был больной, там, какой-то полуумирающий, и он вот их выслеживал и задрал. Ну и что, ну и было у них 2 ружья. Ну, короче, я думаю, что не поможет оно. Да, да, в том-то идея, что... Если ты на поляне бы стоял, там везде фонари, прожектора ночью, и никого нигде нет, и только один медведь на тебя идет и рычит, а у тебя гаубица, ну тогда, конечно, это поможет. Серьезно. Просто они же хищники, они выслеживают там. Нет, если не накручивать и не кормить свой страх, то это не страшно. Серьезно, я вот смотрю вас тут сколько человек, ну человек 60-то точно, и сейчас буду думать, да они сейчас подпрыгнут и на меня все побегут меня убивать. Не знаешь, как страшно будет, серьезно. Я сразу вспотею. Просто не надо накручивать себя, и в жизни это много работает где. То есть не надо как бы там бояться, что-то придумывать, ерунду какую-то. Да мы недавно заповедник с женой в заповедник, там никого нет, такого страха на терпеть, просто жуть. Вот потому что не надо кормить себя, вы же вдвоем, это вообще халява. Он испугался? Конечно, потом лиса приходила, мы так же бегали с ней. Редко. Ну, редко. Ну, смотри, в основном какой-то негатив от людей я вижу только в комментариях. Все, на встречах, наоборот, все рады и все говорят, блин, я... Вот я недавно встретился с мужиком, с моим подписчиком из Белогорска, из поселка, на тропе. Прикинь, как он был рад. То есть, если бы я был на его месте, я смотрю канал чувака, сам живу там в тайге, и тут вот он просто в походе идет в реальных условиях. То есть, там, блин, круто, это прикольно. Ну, и либо есть те, кто меня там не знает. Они такие, типа, вообще-то не понимают. Типа, ты что тут делаешь, чувак? А где... Ну, нет, я стараюсь не спрашивать никого там ни о чем, зачем. Разные дела могут быть у людей. Ты живешь, можно сказать, ты черта на куличках, я вот из Подмосковья. Как ты черт на куличках? Я знаю, что я никогда там не буду. У меня там не дело, ничего. С тобой встретиться просто нереально. Тут бац, и ты приехал. Не знаю. Я просто не фанатею, стараюсь не фанатеть ни от чего. И, ну, это прикольно, наверное. Просто я делаю так, как я бы сам хотел, чтобы я сам хотел видеть. Вот там, без какой-то там накладок этой музыки, вот этой вот ерунды, там каких-то красивых затяжных видов, блин. Я вот это скучно смотреть. То есть полно людей, кто делает такие красивые виды, какую-то музыку накладывает гораздо лучше, чем я. То есть. А я вот снимаю динамичные просто ролики, которые кому-то прикольно смотреть. Ну, наверное. Как ты относишься к охоте и охотникам? Плохо. Я отношусь. В 21 веке, мне кажется, убивать зверье нужно только для того, чтобы выжить. А выживать здесь никому не нужно. То есть пошел в магазин, ну да, но надо есть там вот эти все мясо и прочее. Просто самому, чтобы ласта не завернуть. Это я так думаю, как бы. То есть. А убивать диких зверей, наверное, не стоит. А у вас есть любимые блогеры, любимые книги, любимые авторы? Ну нет. Нет, я люблю читать какую-нибудь научную информацию, там, научную литературу, там, книги по оздоровлению, например, вот Силуянов был такой классный профессор, у него много трудов. И каждый, я думаю, если бы почитал и многое для себя открыл, и стал бы здоровей. Научные каналы на YouTube, например, не смотришь? Да нет, что-то времени нет смотреть.
обычно. Фильмы, территория, вот мне нравится там. Мне нравятся также точно фильмы, которые создают атмосферу, и они обычно известны. То есть их как бы знают люди. Расскажи вообще, сколько времени там у тебя на монтаж уходит? Как вообще? День похода равно дню монтажа. Вот так. Ну, ты сам монтируешь, да? Ну да. Видео достаточно много, получается, что ты достаточно часто ходишь, как это там с... Да почему много? Ты посмотри, оно в лучшем случае два ролика в месяц выходит. Причем там 2-3 дня, это у всех, у вас есть это время. То есть где-то можно там подмениться, где-то там что-то то, все, просто меньше жопу мять, пардон. То есть выезжать, например, в поход не утром, а вечером, с ночи, то есть понятно, да? То есть просто надо попробовать распоряжаться временем иначе. И мне кажется, это получится у всех. То есть я там не хожу же на неделю, на две. Мне, кстати, это неинтересно, я очень быстро перегораю. То есть я вот хочу сегодня вот отсюда сбежать, честно, как бы. И я бы с удовольствием ломанулся там куда-то у меня на какие-то горы, походы в тайгу. Но мне не надо 10 дней, там, не надо 15. Я реально там, за 2-3 дня я возвращаюсь к своему нормальному состоянию, я отдыхаю тем самым и домой. То есть как бы перегораю очень быстро. Спрашивай, подготовка будет какая-нибудь? Как готовишься вообще к походу? В плане физкультуры? Нет, вообще, ну, снаряжение может быть. Да. Не знаю. Возьму и пошел. В плане физкультуры я ролик снимал, как я тренируюсь там. Надо просто прыгать по лестнице вверх или бегать по ней, например. И ноги будут развиваться. Гражданская профессия? Ну, вообще я не работаю по профессии, но я информатик-менеджер, так скажем. Прикладная информатика в управлении. То есть там, где надо так вот подлечивать, тоже яростно. То есть я попал с этим нормально. А вещи, какие вещи? Слушай, я просто сейчас стараюсь брать все самое легкое и самое надежное. Вот рюкзак у меня, не Декатлон, например. Просто он удобный. Он удобный, он тяжелый, но он удобный. И в него можно вот так ногами все запихивать, там, чтобы вообще не выбирать, и в спине будет удобно все равно. То есть вот поэтому я выбираю там какие-то такие дорогие вещи. Для вот походов, хотя бы, допустим, тот же самый тайге, если вот я возьму, там прямо сейчас я захочу пойти. Есть такие рекомендации? Ну, какие рекомендации? Нет. Просто иди аккуратно и осторожно, потому что там нет тропы, и можно провалиться, и запнуться, и ногу вывернуть, и голеностоп, и там все это. Это вот здесь у вас как бы совсем не так, как у нас в тайге. То есть здесь ровный достаточно грунт, как бы тут рельеф ровный, нет бурелома, и видно прекрасно. А я вот недели полторы назад был в таком месте, где трава 3 метра. Реально, 3 метра трава. Это выше, чем вот это вот как вот эта вот штука вот натянута. Вот такой высоты трава. Прикинь, это ужас. То есть там идешь и как будто плывешь брасом. Вот так серьезно. По-другому невозможно идти, потому что когда ты на нее наступаешь, она так вот подламывается, она у тебя вот здесь везде тянется. То есть очень сложно идти. Это вот на горах так было, на каких-то на сопках. Окей, смотри, будет видео. Ты ходишь в одиночку. Какая самая большая опасность, по твоему мнению, вот именно таких походов? Да их миллион, просто надо осторожнее, аккуратнее. Самое, смотри. Прям, где больше всего шансов покалечиться? Вот Саяны. Там этот горная тайга, это мох, бурелом, камни. Все это вот камни, большие валуны, покрытые мхом, и тебе кажется, что здесь можно пройти, ты радостно идешь и наступаешь, а там трещина такая размером, блин, ну, большой. Короче, проваливаешься туда и все. И ударяешься, там что-нибудь ломаешь, как бы вот там тяжело ходить, блин, оказалось. А у тебя были случаи вот каких-то физических повреждений? Ну, пока нет. Покажи ногу, не надо. Да нет, это ерунда. Да просто синяк я показал. Вот даже уже забыл, где он здесь. Такие дела. Могут ли подписчики с тобой пойти в поход? Это я спрашиваю сзади. Ну, ты ж ходил со мной в поход. Я не твой подписчик. Не, на самом деле не хотелось. Я думал как-то на материальной основе это все. Но это только так, прожекты. То есть, за маленькие деньги, сразу скажу, я бы не хотел ни с кем никуда идти. Потому что это на видео, вот вы представьте, на видео всего, наверное, от 1 до 5% всего времени похода. Это вот самая как бы выжимка вот эта сочная, что происходит с тобой в походе. А на самом деле это все монотонный труд. Это не час времени, как тратит зритель, а это там, например, 72 часа. И это вот это монотонный ход, вот этот труд, там это опять спать, опять там есть, это гречку давиться. И это все вот так вот по кругу, это тяжело как бы, и я не готов еще кого-то при этом терпеть. И скорее всего пойдет, наверное, просто человек там дилетант.
ну совсем дилетант, просто я уже ходил, как бы, я знаю, там элементарно вот разведи костер, он начинает что-то ковыряться, и ничего не получается, потом мне самому надо это делать, там, говорит, поставь палатку, начинает что-то делать, там, ставить палатку, тоже не выходит, там, дуги местами поменял, там, если они развиты, ничего не собирается, ну, короче, это гемор. Вот такие дела. Почему все думают, что вы с Денисом враги? Мы же видим, что это не так. А потому что... Кто так думает? Ну, комментарии почитать. Вот комментарии, потому что идиоты там сидят. Вот и все. Потому что это YouTube. Потому что написать плохой комментарий легче, чем хороший. Но это, к сожалению, вот такие русские люди. А? Совместное фото с Денисом, мы разберемся. Все же думают, что вы лютые враги. Что все нормально. Поддерживай, а нам это не нужно. Да, на самом деле это нормально. Кстати, как ты смотришь насчет таких вещей, вот постановочных коллабораций между разными блогерами, когда там все уверены, что Доропея тебя ненавидит, ты ненавидишь Доропея. Вот твое отношение именно в качестве блогера, как продвижение, помогаете, мешаете или... Слушай, вообще я не знаю даже, ничего не чувствую этого по боку вообще. Как бы, ну, кто-то там может и ненавидит, там, это, что мы враги, да не знаю, бред какой-то. Ну, кто-то думал здесь вот из вас, что мы какие-то враги, что за вообще за бред? Откуда это могло взяться, я не знаю даже. Просто я спустя там сколько-то лет посмотрел обзор Дениса на меня, спустя несколько лет, я говорю, подчеркиваю, и почитал комментарии, что пишут люди, то есть это вообще какой-то бред. Ну то есть он ничего плохого не сказал, ему все пишут, ах ты козел, короче, Денис, ты вообще, ты что говоришь-то, сиди дома вообще, как бы вот так, ну это бред. То есть, бля, почему-то вот да, идиотизм какой-то в комментариях, не знаю. Вот такие дела. Маршрут ты как выбираешь? То есть просто вот хотел бы что-нибудь новое найти или просто... Смотри, я выбираю то, что удобно. Вот с точки зрения развлечься, отдохнуть, там, превозмочь, мне этого достаточно. То, что удобно, то, что под боком, докуда можно добраться там за 3-5 часов. А, конечно, интересно было бы куда-то сгонять далеко, там, вот там в Хакасские заповедники и т.д. и т.п. в ТВУ. Но очень долго, дорого и сложно это все организовывать. Ну как, если это один раз в год делать, в отпуск, например, то, конечно, можно. А чтобы почаще, во-первых, смотри, контент, он такой дальний контент, какой-то тяжелый, сложный, он зайдет не лучше, чем то, если я схожу где-то рядом. И вот как бы поэтому я просто выбираю более простой путь. И отдохнуть, и там что-то норм снять, как бы сходить в 10-й раз на эту железную избу, например. Просто она мне нравится, она нравится людям, и я всегда это по-разному обыгрываю. Плюс там техника немного улучшается, там кадры как бы кажутся лучше. Лечу я более яростно, например. Ну, в общем, прикольно. Если была возможность, не зря на финансовой или там привязку к работе, куда бы поехал за пределы страны? Знаешь, я бы хотел уйти через Берингов пролив на Аляску зимой по дрейфующим льдам. Вот это зашибись. Но ценник там... Там вообще же скач, там реально же скач. Это не на Эльбрус сходить там, нет. Ну они плавают, вплавь, наверное, моржи какие-нибудь, нет? Какие моржи? Ну посудины резиновые, как две такие штуки называются. Ну, блин, это герой, прикольно. Ну как сатисфайн, по-моему, ну да. Ну, может быть, там ему и остаться, посоветуйте ему, если вы знаете. Валь, на Аляске-то, наверное, поинтереснее. Ой, паука, я это, убери его. Ну что, все, закончили, да? Нет, долгая история. Я монетизирую этот вопрос, монетизирую его. Ну, просто так получилось, что, наверное, лучше его монетизировать теперь. Это самый популярный, да. Как я это понимаю? Почему МША? Ну все, закончили? Нет, а что, никому ничего не интересно? Ну постой, Валерий Ильич. Ну что, почему ты материшься там как быдло? Ну, есть такой вопрос? Да! Семьей смотреть ну, потому что... Да, ну просто я знаю, что это все спрашивают. Это первое, что в голову пришло. Ну просто сложно не материться, когда очень тяжело. Серьезно. Дети, ну а что? То есть дети не матерятся, например. Нет, просто дело в том, что я считаю, что применяется мой мат очень кстати. И когда он применяется не кстати, я его замазываю. Вот так примерно. То есть когда он мне самому надоедает, я начинаю его коверкать. То есть просто когда я там уже там, третий день сижу на монтаже, и опять этот мат, он меня аж бесит, я его пробую замазать. Ну вот так. А почему ты берешь с собой сапоги из Эйла, которые у тебя переклеены много раз? Ты не поверишь, все, я их порезал уже. Их больше нет. Потому что
Ну, блин, ну представляешь, купишь новые, они точно так же умрут сразу же, короче. Именно из Эво, то есть не резиновые, а кто же? Эво легкие, они легкие, и они не скользят по камням, как обычные резиновые. Потому что в резиновых, серьезно, вообще ужас просто. А вот Эво, они меньше скользят. Это важно. Теперь у меня галоши, походные галоши. Причем очень удобно. Откуда берутся перлы твои словесные? Это импровизация, все, ты что, да я даже не думаю, я просто стягаю что-то, иду и так, и получается прикольно иногда. А красный волк встречался? Нет, и волка я видела один раз в жизни, и он сразу убежал бегом, просто умчался. Серый волк. Серый волк, ну, серый волк. Да, один. Ну вот. Много животных встречаешь? Смотри, я стараюсь вообще избегать всяких встреч. Я постоянно шумлю, я постоянно ору, чтобы этого ничего не было. Нафиг мне все это не надо. Нет, просто, когда рядом что-то от тебя ломанется по кустам, серьезно, ну, очень страшно становится. То есть, ну, прикинь, ты идешь и загромыхало. Вот лоси, знаешь, они как бегают? Там реально там гул такой, дун-дун-дун-дун, вот так вот, короче. То есть, это жутко, это внезапно, это жутко, это неприятно. Тем более, непонятно сразу, на тебя он бежит или от тебя, кто там вообще. Да, то есть, поэтому я ору погромче. Вот я ходил, например, когда там в районе Гольцов, как бы, ну, этих голых гор снежных, вот у нас в июне, в первой половине июня можно так вот. То есть, там с высоты видно и медведи, и косули, всех. Вот это прикольно, тогда, конечно, можно и не орать, их там издалека рассматривать. Да я их и снимал, как бы все это видели, и северных оленей, и прочее. А в лесу, когда ни хрена не видно, и видимость около нулевая, лучше, короче, шуметь. Причем не всегда надо громко шуметь. Лучше же там, чтобы тебя тут только поблизости люди слышали. Ну, ой, люди, блин, что я несу. То есть звери, чтобы слышали, которые рядом. Потому что зачем привлекать там тех, кто за полкилометра? Вот мне все предлагают дудку купить, такую пневмогудок. То есть он слишком громкий. Я думаю, что не стоит привлекать внимание к себе этим супергромким гудком. Там издалека. Не, не надо. То есть лучше просто покричать, поговорить, постучать по железной кружке. Это классный звонкий звук получается. И все. Ну или вот я стрелял в медведя этим сигналом охотника. Ну как просто пугал его грохотом. Был у меня ролик. То есть вот тоже прикольно поснимать, как он убегает потом от тебя. То есть это тоже угарно. Ну, я снимал, показывал же, да. Ну все, да? Закончили? У нас есть кружка, чтобы стучать тебе. Да, ништяк. Спасибо. Мы с Андреем познакомились в Адыги, в походе, в котором также участвовала Алена Бордовская, которая тогда была 15 лет. Всем пока.